Хуба, привет, с вами доктор Влад. Что-то я завозился, пообещал сразу сделать новостной. Ну, немножко задержался. Да мы с собаками выходили, им приспичило обоим сразу. А на снегу очень сложно собаке присесть. Лапы проваливаются. Вот они искали, 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 искали. Ну ладно, что тут, какие новости? О, открыл страницу, а здесь, смотрите, фильм «Проводник». Русский, видимо, да? На ленте РУ, да, следующий будет полупроводник. И заключительная часть, короткое замыкание. Ладно, это я что открыл-то? США ввели санкции против 7 граждан Украины. Ну, это я уже говорил, но мне сразу, что это, ну, собственно говоря, они хоть и украинцы, но они за русских. Это местные шпионы. Вот в чем дело. Ага. Так. В Екатеринбурге. Ну вот, Новый год начался, да. На пожаре многоэтажки погибло аж 8 человек, ребята. 8 человек. Сильный пожар в микрорайоне ЖБИ. В ночь с 11 на 12 января возгорание произошло на втором этаже девятиэтажки. Ох, погибло сколько тут? 8 человек, 7 причем сразу, а один 7-летний ребенок, и он умер в машине скорой помощи. Надежда здесь. Добрый день, Надежда. Привет. Вот, эвакуировали 52 человека, из них 9 детей, скорая помощь, пожарные расчеты, все горит, все полыхает. Метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Хорошо полыхнул, ребята, да, полет небесного тела, взрыв. Диаметр объекта был не менее 10 метров. Энергия взрыва была в пределах 1,5 килотонны в тротиловом эквиваленте. Ничего пельмени, это атомные бомбы прям. Наверное, еще будет. Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение с магнитудой 6,5. Так, на территории Монголии, вблизи населенного пункта Турт. Я уже беспокоюсь за Монголию. У нас там девушка живет. Ну, я вам рассказывал, да? Так, информация о разрушениях пострадавших не поступала. Фуф, ладно. США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена. Любому, что ли, можно поехать? Нет. На уровне посла туда поедет. Хорошо. Резолюцию об импичменте Дональда Трампа поддержали 218 американских конгрессменов. Этого достаточно, чтобы утвердить документ при голосовании в Палате представителей. Ну, посмотрим, что будет, что республиканцы скажут. Потом будут в анкетах вопросы лет через 10. А был ли ты когда-нибудь республиканцем? Калиеву и Пашиняну перед встречей с Путиным отправили российских медиков. И каждого искупали в ванной со спиртом, да? Пашинян отказался считать урегулированным конфликт на Горном Карабахе. Вот так, ребята, да. Разумеется, мы смогли в целом обеспечить режим прекращения огня, однако еще остается много вопросов, которые необходимо решить. Один из них – статус Нагорного Карабаха. Лет через 500 решат. Я так к этому отношусь, ребята, без обид. Вильфанд, центр европейской части России, просто посинеет от холода. А потепление же вроде было, а? Аномальная морозная погода ожидает сразу в нескольких регионах России. Ой, в Москве 25, ребята, минус 25. И до 17 января потепление ждать не стоит. Рождественские морозы. Это я уже говорю, Вильфанд в этом не соображает. Он ходит в синагогу. Маск потерял. Вот мечу, вот молочу, а. Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира. А что это он так, а? Проиграл, да. После завершения торгов на биржах состояние Илона Маска оценится 176 миллиардов. А был же за 200. Ничего, пельмень. Вот это да. Путин смеется там в уголке, да? Творожок кушает у себя в бункере и смеется над нищебродами. Их мощь и власть беспокоят многих, как IT-гиганты влияют на политику. Ребята, да, уже влияют, и еще как влияют. Телеграм стал вторым по скачиваемости приложением США после того, как крупные американские социальные сети начали блокировать аккаунты главы Белого дома Дональда Трампа. А первое приложение, наверное, Одноклассники, я так думаю. 7 новых департаментов появится в аппарате представительства России. Нормалёк, а чё? Давай.
Размножайтесь, они почкованием, что ли, размножаются, или там по целым дням. Ой, чуть не сказал слово на букву трах. Так, Россия продлила приостановку авиасообщений с Великобританией. Ну, правда, нечего-то летать. Что придумали? А то один полетел и купил себе миллиардный особняк. Прокурор Москвы. Жертвами киберпреступлений чаще становятся пенсионеры и домохозяйки. Ну, конечно, что? Им скучно там сидеть-то. Вот им это и предлагают всякую фигню. Отстраненный легкоатлет из России написал матерные стихи Международной Федерации. Иван Носков, ух, как по-русски, Иван Носков написал матерные стихи в ответ на запрос. Ну, вот так вот, ребят. Сейчас они думают, что с этим делать. Никак не переведут. Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за планов посетить инаугурацию Байдена. Ну, конечно, она собирается заниматься политикой, ей надо сходить на инаугурацию. Да, ох ты, елы-палы. Московский таксист ударил пассажира электрошокером за отказ платить наличными. Нормально, да, их нравы, москвичей. Москвичка проплыла подо льдом Байкала и установила мировой рекорд. Ой, да она на москвичку не похожа, больше на лошадь Пржевальского. Да, 85 метров подо льдом Байкала. Ой, без гидрокостюма и ласт. Температура воды плюс 0,2 градуса. И воздуха минус 22. В купальнике и в шапочке. Ой, ведь кто-то на ней женится. Она будет в ванной тренироваться. Наложит туда льда и буль-буль-буль-буль. Домой заходишь, там буль-буль. Что такое? Это как это? Я, говорит, зашел в ванну, а там страус. Потом присмотрелся, эта жена в ванной стирает. Популярный российский блогер умер в 31 год, ребята, после коронавируса. Денис Бейсовский. Ну надо же, а. Ёлы-палы, ну совсем молодой. Во время новогодних праздников он жаловался в Твиттер на то, что в аптеках Москвы, Московской области нет нужных ему антибиотиков. Фуф, вот так, корона, ребята. О, ребята, это вообще атас, слушайте, атас. На Алтае осудили членов преступной группы за вымогательство и похищение военных. Похищали военнослужащих контрактников и вымогали у них деньги. Вы можете представить? Сумма разная, от 2,5 до 120 тысяч рублей. В ряде случаев злоумышленники похищали военных и избивали их. О, вот это да, вот это армия, да? Я тащусь. Я тащусь. Из-за морозов в Коме отменяют автобусы. Ребят, ну это уже ниже 33 градусов будет в Коме. Комяки, вы чё? Это вообще оттас какой-то, а? Хоть обогреватель на улице выставляй, да? Протаранивший колонну Минобороны, ну я вам рассказывал, знаете, да? Не признал свою вину. Вот это да, как рассказал источник, водитель самосвала заявил, что военные сами виноваты в случившемся, поскольку не обеспечили безопасность движения своей колонны. Ну да, если они встали, нужно было какие-то вот эти треугольники ставить там и так далее. Ничего этого не было, как видимо, да, как... Так, что тут? А, на секунду отвлекся от дороги. Ну, вот так, это вы знаете. В армии бардак. Ужас. Появились подробности конфликта с перцовым баллончиком в троллейбусе Петрозаводска. Зашли без маски. Так, и что там? Сейчас. Во, на одной из остановок в троллейбус зашли мужчина и женщина без масок. Более того, по словам сотрудников управления, они находились в нетрезвом состоянии. Их предупредили о необходимости ношения средств защиты, попросили пройти на заднюю площадку и надеть маски. Они отказались выполнить просьбу. Водитель сказал, что он их высадит. Они ругались нецензурной лексикой. При выходе из троллейбуса один из пассажиров распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору. О как, ребята! Медики оказали помощь кондуктору. А тут главное пишут, что в ходе потасовки кондуктор распылил перцовый баллончик. Фуф, вот такие дела. Впервые смертность превысила рождаемость в городе Карелии. Это где-то на севере. Костомукша, ребята, Костомукша. Ой-ой,
показатель рождаемости самый низкий с 2014 года, а смертность самый высокий. Ужас. Белгородец задушил беременную жену и выпрыгнул в окно. Не буду читать подробности. Опасные ватрушки, катание на тюбингах привело с начала года к нескольким смертям. Ох, 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 ну я вам уже рассказывал много-много раз. Это травматолог пишет. Я упал на камень, получил перелом со смещением кистей. Не могут друг без друга. Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину. Вот это да. Это где ж такое? В Нигерии. Жених в малиновом наряде запечатлен стоящим между двух невест, одетых в похожие платья того же цвета. Одна из сестер на позднем сроке беременности. Опа, вот это да. Так, никогда не пускайте божьих коровок в дом. Это уже на Твиттере. Каждый раз, когда кто-то рассказывает, что у них дома поселились парочка мимимишных божьих коровок, я сразу вспомнил жуткую историю моей знакомой. Ребят, ну это фигня. Она рассказывает о том, что у нее сначала было две коровки, потом четыре, потом восемь, потом тысяча, потом миллион. Они выметали их пылесосом, ну то есть выметали метлой, пробовали пылесосом, у них ничего не получалось, правда. Весной они потом улетели. У нас бывают божьи коровки, но они спят, зимой, что там. Это вранье. Пускайте божьих коровок. Они прикольные. 11 января 1938 года, а это как раз вот, да, был расстрелян создатель знаменитой системы реактивной артиллерии «Катюша», которой так гордятся все победобесы и ватные патриоты, Георгий Эрихович Лангемак. Над созданием работала целая группа, практически все были репрессированы. Ох, елы-палы, вот это да! Кошмар. Социологи. После пандемии мир ждет сексуальное распутство, траты и веселье. И парень комментирует, скорее бы уже. Да, ай-яй-яй-яй-яй. Так, профессор Преображенский. На Алтае осуждена банда уголовников. Знаете за что? Она обложила данью мотострелковую дивизию. Вот только сейчас я вам рассказываю. Оказывается, это мотострелковая дивизия. Да, мотострелковую дивизию. Если контрактники отказывались платить, бандиты их избивали. Ну и похищали еще, да, он здесь не пишет. Это продолжалось более полутора лет. Как все же хорошо, что Путин возродил нашу армию. Вот это да, ребята. Какой Путин, такая и армия. Ну, это вообще, это я даже не знаю, как это назвать, а? Армия не способна защитить себя. Кого она может защитить? Упс, ребят, еще круче. Вот еще круче. Сегодня день. Командир эсминца «Беспокойный» на Балтийском флоте украл со своего боевого корабля два бронзовых грибных винта общей массой 26 тонн. Передает Интерфакс. В этой новости прекрасно буквально все. Ох, елы-палы. И еще пишет Владимир Матов, тоже на Твиттере. Неспокойно нынче на Балтийском флоте. Командир эсминца «Беспокойный» свинтил два бронзовых грибных винта общей массой 26 тонн со своего корабля и заменил их дешевой подделкой. Солдаты НАТО могут спать спокойно. Без них все сделают. Ух, ой, комментарий. Медь пойдет на новую Аленку. Аленка, ну помните памятник, да? Корабли и так сойдут. И тут же сразу, а офицеров мотострелков на Алтае какие-то гопники мелочь по карманам тырили. Ну там не мелочь по карманам, это я вам уже говорил, какой мрак, а? Вы осознали, это Третьяков пишет на Твиттере такой. Вы осознали наконец, что вот уже много недель страной под названием США руководит не президент, не вице-президент, не вновь избранный президент, а некто Нэнси Пелоси 40-го года рождения. Вот такая баба. Вот ее бы в президенты. Эх, она бы дала всем ну, вы поняли. Хороший разбор, Навальный пишет, хороший разбор странных смертей. Не буду я про Навального вообще, а?
Опротил он мне, все, нет ничего. Путин, в 2021 году россияне будут в два раза богаче. Чем в каком году? Чем в 2022. На оптимизацию здравоохранения потрачено 19 триллионов рублей. Это 135 тысяч рублей на каждого жителя России, включая младенца. Друзья, а вы заметили улучшение? Ой, здесь фотографии. Россия, 130 километров от Москвы, Тверская область, здание больницы. Кто-то еще верит в российскую вакцину от коронавируса? Да. Ну, тут разваленное здание. В конец. Так, в Госдуме предложили обеспечить дома полицейских и разведчиков охраной силами Росгвардии. Охранять охрану. Что это за шапито? А Росгвардию пусть охраняют казаки. А кто будет казаков охранять тогда? Ой-ой, а ведь надо еще охранять охранников охраны. Как быть? Это бесконечный процесс. У-ху-ху. В России снизилось качество россиян. В России снизилось качество россиян. Просто вот, вот такая фраза, вдумайтесь в нее. С ума сойти, включила Первый канал. Зачем? Выясняет, является ли ребенок 32-летней любовницы Алибасова его сыном. Вопрос к Первому каналу. Вам деньги некуда больше тратить? Хватит кормить нас дерьмом. Да, Шукшину не жаль совершенно. Шукшин, наверное, переворачивается в гробу. Да. Кто в этом сомневался? И опять. Казаки снова вышли протестовать против абортов. Какая сволочь заставляет казаков делать аборты? Представительница древнейшей профессии Наиля Костинвзаде, о как ее, жалуется на общественное порицание. Да, она жалуется. На меня напали тут. А ну-ка, дайте посмотрим. Сейчас кликну на секундочку. Российская ведущая Наиля Аскальзаде пожаловала в своем инстаграме на интернет-травлю. Поводом для нее послужило комплиментарное интервью. Комплиментарное. Ну, наверное, с комплиментами, что ли, так надо понимать. Ой, а страшная какая, господи, я. Ну, здесь ее фотография. Интервью с президентом Александром Лукашенко. Ну, ой, а тут матом, матом ее, матом. Так, ладно. Коллеги, не хочу раньше времени сеять панику, но кажется, в новом году лучше не стало. И парень сразу пишет, за месяц у нас умерло 3 человека. Отец отчима, отец жены и брат матери. Так что да, не стало. Но почему же Сережа Лазарев в труселях поет? А правда, вот Лазарев и поет в трусах. А зачем? Я что-то не пойму. Это те самые трусы Навального, что ли? Так, в российских школах может появиться система распознавания лиц. Вот оно, самое важное новшество. Просто напомню, что в России 3000 школ до сих пор не имеют теплых туалетов. Вот так вот. Из Минского ОМОНа после выборов ушли 24% сотрудников. Четверть, да? С августа по ноябрь подразделение покинуло 156 человек. Нифига себе. Путин – это черный риэлтор, который постепенно переписал на себя страну, пока граждане спокойно занимались своей жизнью и не интересовались политикой в нулевые. Сенаторам в Совете Федерации закупят несколько столов для переговоров. 4,2 миллиона каждый, 6 кресел по 638 тысяч, 3 вешалки по 198 тысяч. Напомню, что прожиточный минимум в этом году составил 11 653 рубля. Мне бы ссылочку на источник, сразу ссылка, вот, открытая медиа, да. Наша Канада. Кажется, в будущем новых президентов США будут назначать Twitter, Facebook и Google. Хорошо, хорошо. Слабонервным заранее приготовиться. И вот здесь две картинки. Одна картинка, по-моему, из фильма «Любовь и голуби». По-моему. «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей». И вторая картинка. Ольга Бузова с Еленой Малышевой готовит совместный проект на Первом канале.
О, вот это да, вот это тандемчик, а. Ужасть, ужасть. И последнее, вот, ну, интересно. Все обсуждают шпица, который ходил по столу у Лукашенко, или по столу у Лукашенко и пугал Аскерзаде. А я вспомнил, как в 2007 году Путин, принимая в Новоогарёво Ангелу Меркель, и зная, что она боится собак, выпустил в комнату с канцлером лабрадора и наслаждался реакцией. Вот такие дела, ребята, у меня на данный час. Все. До обеда пока. С вами доктор Влад.